Мы качественно поработали на сборах, были интересные спарринги. Очень ждем вот игру с Балтикой, начало сезона, болельщиков. Все-таки начинаем дома, это тоже немало важный фактор. Учили все по болельщикам. Ждем уже с нетерпением игр, потому что играть в любом случае приятнее и лучше, чем тренироваться. Вот сборы были очень тяжелые, были хорошие спарринги. Вот. Я думаю, что мы совсем справились. Тренеры сейчас еще подкорректируют какие-то там, да, нюансы. А так я считаю, что мы на 100% готовы. В первую очередь как бы остался костяк команды. Сохранили игроков и плюс. Точно усилились хорошими ребятами, то есть у нас сплоченный коллектив, дружная команда, все на сборах работают очень серьезно, качественно, все выкладываются по максимуму, и я думаю, все это перенесется в сезон, и будем выигрывать и побеждать. Но после зимних сборов мы всем доказали, что у нас не стоит недооценивать, а наоборот, опасаться. Ждем игры, ждем всех на стадион.